привет! Сегодня 24 января. Сегодня празднуется китайский Новый год, который связан с лунно-солнечным календарем, самым точным календарем. Поэтому мы сегодня будем поговорить не про китайский Новый год, а про ваш Новый год как фотографы, что он вам сулит, какие новые приятные ожидания и свершения. Подписывайтесь на канал обязательно и узнаете. Я сегодня буду рассматривать тему, которую многие меня спрашивают, особенно люди, которые когда-то занимались фотографией, как вообще найти своих клиентов, как стать известным, ходить там искать кого-то. Я об этом записывал видео, но посчитал, что этого недостаточно, потому что на собственном примере я хочу показать, что произошло за последние два года или последний год. И рассмотрю вариант, при котором у человека даже нет фотоаппаратов, у него есть только телефон. Как он сможет стать узнаваемым, вы узнаете об этом видео. Смотрите, я думаю, что вам понравится. Больше слушать, чем смотреть на мое лицо. Соцсети. Сложно решиться, но решиться нужно, потому что для фотографа это самое важное. 9 лет назад это был Facebook. Начало у меня было такое интересное. До сих пор я что-то пишу, какие-то вещи опубликовываю. Можете посмотреть. Он сейчас связан с Инстаграмом, который все хотят туда попасть, соответственно. Даже вот видите, выскакивает, комментирует. Значит, для меня это не основной инструмент, сразу говорю, потому что он не позволяет какое-то качество фотографии, но тем не менее, как одна из соцсетей, она интересна. Что еще? Значит, вкратце, достижения за год. YouTube 35 подписчиков. Канал Favionage TV или Stand Wave. 6000 просмотров сегодня. За весь период создания канала, да, описание. Все сделано, переходы, ссылки сделаны. Плейлисты сделаны. Видео. 150 видео по фотографии, по походам. И, соответственно, описание. Инстаграм 600 подписчиков. Это очень мало, но, тем не менее, он есть. Значит, Google 3000. Около 3000 фотографий. И 6 миллионов перешагнул просмотров. Да. Тоже интересный инструмент. Если будет интересно, расскажу, как пользоваться. Значит, сегодня речь идет о Фликере. И в первую очередь о том, почему это важно. И насколько это все приносит плоды. Я делал обзор, что такое Фликер, как им пользоваться. По разделам вкратце расскажу. Кому будет интересно, расскажу полно. Да? То есть эта версия мобильная, она доступна для любых устройств. Это первый раздел. Просто все фотографии, которые вы храните, вот эти блоки, которые с замками, это закрыто для просмотра. Дальше публичные фотографии, те, которые вы открываете. Альбомы. Это нужно для тех людей, которые заходят в ваш профиль, чтобы они быстро нашли, чем вы занимаетесь. То, что вам нравится или то, что нравится им, вы можете посмотреть. Группы по интересам, группы по разделам фотографий, по количеству просмотров, по любым темам. И основное то, что есть в Pro-версии, это статистика, которая дает совершенно фантастические возможности оценки вашей деятельности. Да. Вы можете видеть здесь в реальном времени, что набирает просмотры, как набирает просмотры. Вот это урезанная версия. Сейчас перейдем на полную версию. Вы можете посмотреть статистику в более привлекательном виде. Вот здесь видите 3 миллиона, 12 тысяч фотостриме просмотрено. Сейчас вот день, 1300 просмотров уже. С левой части это то, что сегодняшние просмотры, лайки, комментарии тоже отмечены. Да? И с правой части это ваши достижения, ваш топ, собственно говоря. Дальше вы можете посмотреть, где просмотрено, в каких сетях, по поиску, по каким платформам, как продвигается, насколько высокий процент фида. Группы, как смотрится в группах, в альбомах, соответственно, сами фотографии, люди, которые там, все остальное. То есть глубокая статистика, и причем, если вам будет интересно, я каждый раздел могу рассмотреть в отдельном видео. Камера Roll – это общий список файлов, которые вы выкладываете. Значит,
Здесь по годам все это можно сортировать. Значит, по Flickr сегодня я хотел вкратце рассмотреть очень интересный момент такой, да. У людей нет фотографий, нет фотоаппарата, но они хотят делать фотографии, даже на телефон. Я сегодня покажу на примере тех фотографий, которые сделаны исключительно на iPhone. Ну или любой мобильный телефон. Для этого я сегодня создал альбомчик iPhone, поместил туда, ну не все фотографии, понятно, что те, которые вызвали интерес у людей, а именно благодаря интересу людей вы можете оценить свои возможности, определить свои жанры и добиться какого-то успеха. Эти все фотографии сделаны на iPhone. Я пока не делал описание, но в принципе это можно сделать. Есть фотографии, которые попали в Explore ленту, да, я об этом говорил, что это за лента, это лучшие 500, от 500 до 1000 фотографий со всего мира каждый день, их смотрят десятки, сотни тысяч людей, фотографов, людей, которым интересуются, вы можете через эту ленту стать известным, она дает, приносит плюс. Это моя первая фотография, сделана на острове Занта, греческом. Камень, да, она попала в Explore. Сейчас на сегодняшний момент около 10 тысяч просмотров, 156 понравилось и 42 комментария. Карта, все характеристики, описание, ссылки, 79 групп. Часть групп я добавил, часть групп сами люди забирали и, соответственно, предлагали добавиться. Следующая фотография. Эта фотография сделана в 2019 году в комплексе Гулливер. Интересная фотография, поскольку сверху профессиональный дисплей Panasonic на тот момент стал отображать некое подобие такой же структуры квадратов, как внизу в помещении. Ну, я назвал ее TV. На следующий день она, когда она там сделана, сейчас посмотрим. Ну, по-моему, на следующий день она попала в Explore. Ну, и, соответственно, 17 сентября сделано все на iPhone. Дальше фотография, которая сделана, по-моему, вкусные суши. Это просто стена, но тем не менее это паттерн, который многим понравился и тоже интересен. Ну, такая фотография на Варшавской улице сделана. Дерево такое мрачное было место, но при этом дерево очень интересной формы. Я нашел определенный ракурс и, не доставая камеры, это сделано на iPhone снято. Фотография в метро. Фотография на Пулковском шоссе. Тоже сделана на iPhone. В тонированной сепии такой, некий подобный циану. Понравилось людям. Был тут у нас снег. В прошлом году. В этом году что-то его практически нет, только сегодня, по-моему, выпал. И вот, видите, 500 просмотров. Это немного, но я просто говорю о том, что в двух группах всего. То есть она продвигалась по двум группам. Не по 100 группам, не по 50. То есть я практически не занимался продвижением. Тем не менее, 500 человек посмотрели. Из них 10% понравились. Ну, геометрически можно предположить, что если я сейчас продвину нам на 20 групп, то получу, соответственно, результат там в десятки раз больше. Так оно и будет, но, скажем так, я этим сейчас не занимаюсь. Значит, ну, вот такой пример, да, это просто выйдя из дома рано утром. У меня был только телефон, вот первый снег, упало. 475 просмотров и 70 лайков сразу же. Очень высокий процент, больше 20%. Но в двух альбомах и не в одной группе. То есть она вообще не продвигалась. Это к вопросу о том, что люди говорят, что ну вот там на iPhone ничего не снять. Все можно снять. Не обязательно цветочки снимать, но если какой-то есть жанр, есть какое-то настроение, оно передается. Ну вот в сепию я поместил такую собачку, которая радовалась первому снегу. Это, кстати, вот 2 декабря было снято. В одной группе, ну причем я ее не добавлял. Видите, попросили ее. Little Dog группа добавила ее сама с моего разрешения. Поэтому не стесняйтесь, да, вот в Гулливере я снимал буквально там на прошлой неделе по мотивам фильма «Властелин колец». Мне было интересно найти это место, где можно было увидеть эту башню нашу в каком-то необычном ракурсе. Ну вот я нашел такое место, оно находится на третьем этаже перехода.
ребята там мимо проходили, фотографировались, я увидел, спросил, они говорят, да вот смотрите, как интересно. Ну и в результате вот я сделал коллаж такой симметричный. Менял. Это все с айфона снято, чтобы вы понимали. Это тоже буквально там позавчера я снимал. Такое. Зима пришла. Я и назвал так зима. Лик зимы. Пришлось снимать айфоном на вытянутых руках высоко, потому что это большая часть. Под углом некрасиво, соответственно, уже был с верхней точки, а мой фотоаппарат 85 мм не позволял это сделать. Снимал айфоном. В двух альбомах не продвигалась фотография пока, но вот сегодня вечером я начну ее продвигать. Соответственно, ну, уже 53 она перешагнула отметку, не понравилось за 2 дня. Можно было, в принципе, и сразу начать, но я не стал этого делать. Тем не менее, вот. Вкратце еще, какие преимущества дает Flickr. Значит, до 1000 фотографий размещение бесплатное. В Pro-версии можно смотреть статистику, то, что я говорил. В отличие от других платформ хранения информации, тот же самый Apple, в случае, например, 2 терабайта, там, по-моему, порядка 500 рублей в месяц. Здесь, если вы платите в зависимости от тарифа за год или за месяц, если за месяц это новый ценник $8 порядка, а если за год это около, можете посчитать, там $100. Те, кто уже на Pro аккаунте сидит, соответственно, для них специальные ценники, но вот я нажму, покажу вам, чтобы вы понимали, там порядка $5 в месяц, кто уже это сделал в 2019 году. Есть люди, которые скажут, ну опять подорожало все. Да, все дорожает, но чем дальше вы будете тянуть и откладывать действия, которые вам необходимы для того, чтобы стать узнаваемым через соцсети, ну, тем дальше будет вам труднее это сделать, потому что количество людей, которые туда идет, так же как на YouTube каналы, все больше. И YouTube, вы знаете, что уже ограничение монетизации 1000 подписчиков и 4000 часов. Это очень много, я могу сказать. За год у меня всего 35 подписчиков и всего 6000 минут, а не часов. Поэтому я не знаю, сколько это будет продвижение длиться на YouTube, но во Flickr уже результат есть. И для примера могу сказать, что в описании моем есть внизу отзыв, да, от человека, который сидит давно. У него, у Эрика, делом великим занимается, он снимает только волны. У него 35 тысяч подписчиков, да, то есть он тоже в Pro, а он не в Pro-версии, да. 272 фотографии всего, он остался на обычном тарифе. Но при этом, забегая вперед, могу сказать, что, несмотря на то, что у него 35 тысяч подписчиков, у него в 20 раз больше подписчиков, чем у меня. Количество просмотров у него меньше 2 миллионов, и динамика выше. Поэтому Pro-версия дает и динамику, и продвижение ваше более успешное. Ну, для тех людей, которые действительно увлечены, может быть, это не так важно. Для вас, надеюсь, тоже. И я вас уверяю, что удовольствие от общения с людьми, которые находятся во Flickr, общение с ними принесет плоды. Вот, например, 11 числа у меня было почти 40 тысяч просмотров за один день. При этом я в этот день, все можете посмотреть, я добавил одну единственную фотографию. Это не значит, что она набрала все просмотры, но она потянула за собой все просмотры. Вот можно посмотреть, если вам интересно, что в этот день произошло. С правой стороны это мои достижения общие. С левой стороны это вот в тот день, да. Вот эти фотографии, там 300 просмотров. Это много очень, я вас уверяю. Это много даже для людей, которые имеют по количеству подписчиков десятки тысяч человек. Поэтому делайте, и у вас все получится. С вами был Фавионыч. У вас все получится.